В микрорайоне Восточное Бутово состоялся праздник, на который были приглашены все жители близлежащих дворов. Организаторами выступили сами жители новостроек, главной задачей которых было объединить новоселов одной общей идеей. Все мы живем в одном районе и являемся одной большой семьей. Отложив все важные дела, люди целыми семьями вышли во двор. Почти в каждой семье подрастают дети. Для них было организовано множество развлечений. От украшений лиц яркими красками аквагрима до игр с клоунами и другими сказочными персонажами. Ведущие праздника постоянно вовлекали ребятню в творческий процесс, предлагая поразмышлять на тему мира и рассказать стихи о дружбе и добре. Расскажу я вам, ребятки, про боброва нашего. Здесь живут у нас бобры. И умные, и веселые. На празднике было немало гостей. Среди них глава поселения Сергей Арчуков, который порадовался тому, что жители так активны. Я желаю вам счастья, здоровья, мира, добра. И пусть всегда над вашей головой светит солнце. Не было войны, и будет всегда вот такое мирное синее небо. С праздником вас! Огромную работу по организации праздника провели местные жители Ренат Исханов и Надежда Сахарова, оказавшиеся очень скромными и немногословными людьми. Давайте жить дружно, устраивать такие праздники замечательные. Спасибо, что пришли, и отличного настроения. Жить дружно в нашей многонациональной стране мы начинаем учиться заново на примере вот таких новых микрорайонов, где на одной лестничной площадке живут русские, армяне, азербайджанцы. Об этом говорил и пел гость праздника, татарин по национальности Феликс Жамалиев. Участники праздника посмотрели выступление юных артистов детского фольклорного ансамбля «Летечка». Праздник получился разнообразным, творческим и вкусным. Каждый мог подкрепиться сладким чаем и блюдами национальной кухни. Полезным. Люди приносили прочитанные книги и меняли на другие. Но главное, кто не был знаком, познакомились, а ребятишки нашли себе новых друзей.